всегда спрашивайте разрешение. Прежде чем сломать ветку дерева или сорвать цветок, сообщите об этом духу дерева или растения, чтобы они могли отвести свою энергию из этого места и не почувствовали травмы. Отправляясь на природу и желая взять камень, который находится в реке, спросите речного хранителя, позволить ли он взять один из своих священных камней. Если вам нужно забраться на гору или совершить паломничество через джунгли, спросите у духов и стражей места разрешения. Очень важно, чтобы вы общались даже, если вы не чувствуете, не слышите или не видите. В каждое место входите с уважением, потому что вся природа видит, слышит и чувствует вас. Каждое движение, которое вы делаете в микромире, оказывает огромное влияние на макромир. Приближаясь к растениям, будьте благодарны за лекарство, которым оно является для вас. Почитайте жизнь в ее разнообразных формах и знайте, что каждое существо исполняет свое предназначение. Ничто в мире не создано для простого заполнения пространства. Мы все здесь выполняем свою миссию, вспоминаем, кто мы есть, и исполняем святую мечту вернуться домой. Если понравился мой сериал, ставьте лайки и, конечно же, будьте ближе к природе. Всем благополучия и любви.